Снес железные столбы и пролетел буквально в нескольких сантиметрах от женщины с грудным ребенком. В селе Крюковщина под Киевом водитель внедорожника на огромной скорости спровоцировал ДТП. Камеры внешнего наблюдения зафиксировали, как иномарка съезжает с дороги и врезается в столбы. Оградительные конструкции, словно игрушечные, разлетаются в стороны, чудом не задев женщину с коляской. Уже на поврежденном авто нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но злоумышленника остановили. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно. Люди предполагают, что он мог находиться в состоянии наркотического опьянения.